Я Редикальцева Елена, ученица Пестеревской школы. Хочу посвятить этот фильм своему земляку, уроженцу села Пестерева, кавалеру трех орденов славы Куделину Егору Ивановичу. Егор Иванович родился в селе Пестерево в 1924 году, награжден тремя орденами славы, одним ордером третьей и двумя орденами второй степени, а также медалью за взятие Берлина. На протяжении всей службы Егор Иванович со своими сослуживцами уничтожили группу немецких солдат. Он был дважды ранен, но живой. Герой вернулся с войны в родное село, совсем молодой. Ему было 21 год. Он прожил недолго и умер в 1958 году. С 2019-2020 учебного года в школе реализуется проект «Парта героя», который показывает школьникам значимость подвигов героев, земляков, совершивших доблестный поступок. Право сидеть за парты героя имеют учащиеся, которые имеют хорошую и отличную успеваемость и дисциплину. Я бы хотела посвятить эти слова Егору Ивановичу. Мы помним и чтим память о вас и гордимся своим земляком. С берез не слышит.